ровно год с момента открытия 22-х зимних Олимпийских игр в городе Сочи. И сейчас мы находимся в центре Олимпийского парка. Хотим вам показать, как изменился парк за год после игр. Прямо за нами расположен стадион Фишт. Там проходили церемонии открытия и закрытия. А сейчас ведется его реконструкция и подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. По периметру парка располагается трасса Сочи Автодрома, на которой проходил российский этап гонки Формулы-1. Слева от нас находится стадион Адлер-Арена, где проходили соревнования конькобежцев. А сейчас там теннисная академия. Прямо перед ней расположена стена чемпионов. На ней вы можете увидеть таблички с именами призеров зимних игр в Сочи. Мы желаем вам олимпийского здоровья и отличного настроения. Приезжайте в Сочи, здесь так круто!